Всем привет! Вы на канале «Жена по интернету». С вами Нинель. Я собираюсь на работу сегодня. Надо поработать. Мало того, что я на YouTube работаю, я еще и работаю. Вот. Значит, мое утро сегодняшнее. Видите, у меня сохранился объемчик. Я ничего не накручивала. Немножко подначесала затылочек. Так что вот так. Держится, видите, как объем. А завтра еще лучше будет. Я сейчас приготовлю быстрый завтрак, панкейки. Всего 3 ингредиента. Очень полезный завтрак. Надеюсь, он вам понравится. Я проснулась утром, приняла пол чайной ложечки льняного масла. Я не помню, зачем я его завернула в фольгу. Хранить мне, девочки написали, нужно в холодильнике льняное масло. Вот, и выпила уже 2 стакана воды с лимончиком. Буду так в процессе видео пить третий. Можно делать на сковородке антипригарной эти панкейки, а можно и на специальной панкейке целевафельнице. Я еще не решила, на чем я буду готовить. Потому что я еще не совсем проснулась. У меня овсяная мука, но можно взять овсяные хлопья. Это я просто в коробочке храню, удобнее так. Из-под овсяных хлопьев. Значит, смотрите. 120 грамм банана. Я сейчас взвешу. 125 миллилитров молока. У меня кокосовое молоко, ну, любое молоко берите, ну, не очень, там, 2,5% жирности, наверное, 5 уже не нужно брать. И 80 грамм овсяных хлопьев или овсяной муки. Все это смешивайте в блендере. Что я сейчас и сделаю. 80 грамм овсяной муки. У меня банан 111 грамм. Думаю, нормально будет. Один банан. И 125 миллилитров молока. У меня уже пропищала панкейкница. Она же вафельница. Она уже готова. Такой бренд у нас вафельница. Бельгийские вафли, мейкер и панкейки. Меняется плата антипригарная. Ингредиенты все в блендере. И сейчас я буду взбивать. Не очень удобно снимать. Но, надеюсь, получится у меня. Такая, видите, довольно вязкая получилась масса. И наливаем нашу панкейкницу или на сковороду антипригарную. Это порция на меня одну. На своего любимого или на деток. Все это умножаете на 2, на 3, на 4. И готовите самые полезные панкейки в мире. Самые легкие, самые простые, самые полезные. Будем ждать, когда пропекает. Сейчас перевернем на другую сторону. Вот чем неудобно эта панкейкница, что нужно переворачивать. Вафли не нужно, а вот панкейки нужны. У меня был один банан, поэтому Джию панкейки не достанутся. Как говорится, завтрак съешь сам. Вот я его съем. Ой, видите, неудобно. Неудобно мне так подцеплять. Упс. Есть щипчики специальные маленькие. Но их же надо искать.
той горе всяких моих кухонных гаджетов. Вот. И снова закрываем и ждем условного сигнала. Сигнал получен из космоса. И достаем, нашла. Кажется, она неудобная, я чуть не помню. Давно не пользовалась. Удобно, если так вот прищемить, защемить. Такие чудные панкейки получаются. Ну. Ой. И еще, наверное, на один у меня будет, а то и на два. Сейчас посмотрим. На один. У меня, видите, получилось 5. Я же все вылизывать не буду. Снова накрываем и ждем. А мы ждать не будем. Пусть он готовится. Будем украшать наше утреннее осеннее блюдо. Осенние панкейки. Смотрите, можно голубичкой украсить. Клубничкой. Это какой-то фрукт, какой-то сан какой-то трдрдр. Вы же будете кушать, поэтому так руками берете в хаотичном порядке, разбрасываете фрукты по тарелке. Так, это моя порция фруктов. Можно подавать. Так, приблизить, наверное, надо, да? Можно подавать с арахисовым маслом. И оно тут. Это натуральное арахисовое масло. Самое полезное. Или сиропом голубой агавы или с кленовым сиропом или просто так с фруктами. Я, наверное, полью немножко кленовым сиропчиком. Так, тоже так вот, так слегка. Упс. И добавлю орешки. Это у меня бразильский орех. 5 штук мне нужно. Всего лишь. Надеюсь, рецепт тебе понравится. Он не может не понравиться. Но если у вас какие-то противопоказания есть к сладости фруктов, бананам и другим фруктам, аллергии на бразильский орех или на любой другой, ну, уже импровизируйте, мальчики, девчонки, сами. Пью кофе из красивой модной чашечки. Для меня, мне писали девчонки, ой, у нас это уже 100 лет. Ну, у нас, может, Китай, а у меня настоящая германская, во-первых. А во-вторых, это же я нашла сама на сайте, а не то, что это сейчас предлагает нам реклама. Потому что я увидела у Стаси Станислава Норд, вот уже 5-й подошел. Панкейк. Так запало на вот этот дизайн необыкновенный, космический. И купила. Я очень рада, что вы уже давно такие чашечки имеете. Пошутила я про Китай, девчонки, а то сейчас обидитесь еще. Все, пошла я завтракать. До новых встреч.
позавтракаю и бежать. Мы в новое здание переезжаем. Мне сейчас прислали смс-ку. Я-то на прошлой неделе не работала, сочковала, уехала. Вот. Поеду у новое место работы. Тот же коллектив, все тоже, только новое здание. Все. С вами была Нинель. И Микки хочет гулять.